Всем привет! Сегодня я расскажу о первом классе поддержки из игры Team Fortress 2. Данный класс называется Medic. Medic – универсальный класс в том плане, что он единственный класс, который позволяет вам лечить своих союзников и является впрямую классом поддержки, в отличие от других, которые могут варьироваться в зависимости от ситуации. Основное оружие Митика — это шприцемет. Как видите, это представляется такой пистолет с барабаном из шприцов. Скорострельность у него достаточно большая, но урон у шприцов, конечно, небольшой, и шприцы летят по параболической траектории и определенное время. То есть, чтобы убить врага на дистанции, вам нужно надеяться на удачу, что шприцы попадут в него, и враг длительное время будет стоять на одном месте. При этом урон вы нанесете не особо большой. Поэтому это оружие является как бы оружием для защиты медика в случае отступления, но никак уж не атаки. Сейчас я вам покажу еще несколько видов шприцеметов. Вот этот стандартный шприцемет. Дальше есть шприцемет кровопийца или вампир. При попадании по цели вы восстанавливаете себе 3 единицы здоровья. То есть каждый из выстрелянных шприцов — это плюс 3 здоровья к вашему показателю, но не выше вашего сверхлечения. То есть вы можете себя вылечить и все. Но при этом считается только попадание, а не выстрелянные шприцы. Это эффективно, если вы умеете хорошо стрелять точно и рассчитывать траекторию полета шприцов, чтобы попадать в цель, а не так впустую стрелять. Скорострельность, в принципе, та же самая. Но единственный минус — то, что вы теряете в своей собственной регенерации здоровья 2 единицы. Так как медик генерирует свое здоровье с скоростью 3 единицы в секунду, то тут вы будете регенерировать всего единицу. То есть это рассчитано на то, что если вы будете пользоваться данным шприцеметом, вы должны будете попадать врагу, чтобы восстановить свое здоровье, а не регениться самостоятельно. Конечно, если вы эффективно стреляете, то вам это на плюс. Дальше, следующий шприцемет — это передоз. У него урон на 10% меньше, но увеличивает скорость в зависимости от уберзаряда. То есть, если вы набираете уберзаряд пушкой лечебной, скажем, 100%, то есть у вас скорость будет на 10% больше. И вы и так, в принципе, бегаете достаточно хорошо. Ну, конечно, не скаут, но бегаете прилично. И получается, вы будете бегать на 10% быстрее. И, конечно, это, в принципе, не имеет значения, так как вы будете бегать со скоростью пациента, которого вы лечите. Скаут, если он бегает быстро, то вы будете бегать, в принципе, так же, как и он. Что, в принципе, вот этот передоз вам ничего не даст такого особенного. Скорострельность, как видите, такая же, только урон меньше. Единственное, что вы будете, если у вас есть суперзаряд, то бегайте быстрее, даже если вы не лечите никого. Шприцемет также эффективен в случае кого-то подстрелить из раненых врагов, но вам главное сохранять ваш суперзаряд и свою жизнь. Второе оружие медика, даже сказал бы не оружие, а такая пушка, которая не наносит вам урона врагу, но лечит ваших союзников. Стандартная лечебная пушка, как видите, чем особо не отличается, это ваших союзников и накапливает уберзаряд. Уберзаряд при накоплении 100% позволяет активировать сам уберзаряд на 8 секунд. Обычная лечебная пушка стандартная является самой ценной пушкой, по сути дела, из всех пушек, что вы получаете за время игры. Она, потому что является стандартной, вам ее получать не надо. Она дает уберзаряд в виде 8 секунд неуязвимости. То есть вы становитесь неуязвимым, и тот, кого вы лечите. Вы можете включать пушку с одного объекта на другой, при этом давая неуязвимость другому игроку. Помните, этот эффект длится всего 8 секунд. За это время вы должны выносить контрольные точки защиты врагов, либо пачки врагов, прорываться, либо защищаться. Данный уберзаряд очень эффективен в связке с пирой, с хэвиком, солдером,
И с девамменом, по сути дела, если девамен, конечно, грамотный. Как правило, используются хэвики, в основном иногда пиры, если нужно выжигать из-за угла или случайно свалиться на врага и не умереть раньше, чем закончится уберзаряд. Помните, что при активации уберзаряда, выходя на, скажем, постройки инженера, ваш пациент будет отброшен ракетами турели огнем, а чтобы этого не произошло и ваш пациент, собрат, смог разнести турели и все остальное, лучше активировать уберзаряд прямо в выходе из-за угла, нажатием правой кнопки мыши и подставиться под огонь, чтобы огонь был на вас, а не на вашего союзника, и ваш союзник будет в это время занят уничтожением построек и плюс находящихся там врагов. Дальше. У нас есть еще одна пушка. Это Крицкрик. Выглядит он вот так вот. Наконечник имеет такой как боек или что-то такого рода с желтым сечением. Данная пушка отличается от основной стандартной пушки тем, что не дает крит, убер на неуязвимость, дает убер на крит. То есть в течение 8 секунд все атаки ваших союзников, кого вы лечите, становятся критическими. Что очень эффективно, если вы выкашиваете толпу или пытаетесь снести турели. Особенно это эффективно с Хэвиком, Солдером и Домоменом. Пир эффективен в том случае, если вы выжигаете именно как большие группы, как сказать, врагов, а не построек. Потому что постройки вам не особо придется успеть дойти до них. А вот врагов критами вы выжигаете очень эффективно. А Хэвик, учитывая его скорострельность, выпускает большое количество патронов именно критовых, это сносит толпу врагов просто на ура. А Солдеры, учитывая критовые ракеты и Демомен бомбы критовые, это большой урон по площади, это очень эффективно. И при этом уберзаряд при использовании данной пушки накапливается на 25% быстрее, что очень эффективно. Но помните, нет убежи на неуязвимость. То есть вас в любое время могут убить спокойно. Дальше, следующая пушка, это Быстроправ. Уберзаряд увеличивает скорость лечения до 300% и иммунитет к эффектам, влияющим на передвижение. То есть вы лечите свою цель на 300% больше во время уберзаряда, и вас нельзя никак замедлить, оттолкнуть, то есть никак вы не влияете. Даже пулемет Хэвика, который замедляет врагов, не повлияет на вас и на вашего пациента. При этом скорость лечения своя стандартная плюс 40 и скорость накопления уберзаряда плюс 25. Но сверхлечения нету. То есть при обычном лечении пушками с Крицкригом и обычно стандартно вы имеете сверхлечение на 150%. То есть у Хэвика будет здоровье не 4, ой, не 300 здоровья, а 450 единиц, что сделает его потолще, плюс выживаемость увеличивается. Здесь вы получаете также скорость пациента, которого вы лечите. Скажем, если вы будете лечить скаута, вы будете бегать со скоростью скаута. Если будете лечить Хэвика, то будете двигаться со скоростью. То есть вы не будете вылетать вперед Хэвика и тащиться за ним. То есть пациент, и вы двигаетесь одинаково. Данная пушка, конечно, не очень эффективна, когда на вас движется толпа врагов и атакует вас и пациента. То, что данное ограничение все равно не позволит выжить даже Хэвику под большим огнем. Его просто разорвут толпой. Далее. Из предметов у медика есть рукопашное оружие, это медицинская пила. Стандартная медицинская пила ничем не отличается. Как видите, обычная пила. Ну, конечно, шиковать тоже, убивать медиком в рукопашную пилу, это только если добивать на толстых и особо опасных врагов, типа Хэвика, Солдера, там и Пиру, вообще лучше не лезть с этой пилой и столько добивать. Дальше, есть следующее оружие. Это ампутатор. Ампутатор восстанавливает здоровье вам
на 3 единицы в секунду больше. То есть у вас получается, если вы не имеете шприцметра вампира, обычный, скажем, шприцметра какой-то другой, то у вас здоровье регенится со скоростью 6 единиц в секунду. И урон у мутанта даже на 20% меньше. Но если вы используете насмешку с ампутатором, как здесь видно, вокруг вас сечение находится, и все союзники, находящиеся рядом, восстанавливают здоровье. То есть это массовая лечилка. Конечно, эффект от нее небольшой, но вы подлечите нескольких человек, находящихся рядом. Это в отличие от того, что, скажем, пушкой вы будете включаться на всех. Но помните о времени действия этого эффекта и каста. Дальше, следующий предмет. Это витопила. Она при смерти восстанавливает до 20% фибер заряда, и уровень здоровья ваш на 10%, 10 единиц меньше. То есть вы становитесь менее толстеньким, но при этом, если вы умерли, ваш уберзаряд восстановится с определенным процентом. Это полезно в том случае, если, скажем, вас убивают не так часто, конечно, но приличное количество раз, чтобы быстро рваться в бой, но уже с каким-то количеством наполненных уже уберзарядов, чтобы как более эффективно его набирать. Далее идет следующее оружие. Сковородка. Ну, это стандартно для всех оружие, может использоваться всеми классами. Дальше идет священная клятва. Позволяет видеть здоровье противника. Ну, это не пила, это такая статуэтка. Do not harm написано на нее. Какого-то, видимо, медика, может, Гиппократа. В общем, данная статуэтка, вы можете видеть здоровье врага, то есть сколько у него осталось, сколько уже снесли. И, конечно, убивать статуэткой это тоже шикос, как и, в принципе, другими меткими оружиями, которые не свойственны данным классам. Ну, это кому как. Есть медики, которые, приноровившись, могут убивать достаточное количество врагов просто одной даже статуэткой. Есть следующее оружие у медика, которое, в принципе, является очень интересным в своем плане, что при попадании накапливает 25% уберзаряда, то есть 4 попадания по врагу, и у вас здесь готовый уберзаряд. Но помните, что скорость атаки у данного оружия на 20% меньше. То есть медленнее, видите, насколько разрыв идет. Но есть особое применение данному оружию. Берутся два медика, каждый из которых имеет по данной пиле и по обычной стандартной пушке лечебной. Один медик накапливает уберзаряд полностью, и второй соответственно. Начинается картина следующая. Один медик лечит второго, тот достает пилу и начинает идти с медиком под уберзарядом в толпу там врагов, либо просто на врага. Конечно, если медики пряморукие, то можно влезть в толпу и крошить толпу. Наносит урон врагу. Как видит, что заканчивается убер, переключается на пушку и начинает лечить второго медика. Тот медик, так как потратил свой заряд, достает данную пилу и начинает данной пилой бить врагов. Достаточно 4 попаданий по врагу, чтобы накопить полностью убер. И так можно меняться, переключаться друг на друга лечением и набивать убер заряды именно этой пилой. То есть вы можете, по сути дела, если у вас достаточно врагов и вы хорошо попадаете этой пилой по врагам, то у вас получается бесконечные уберы друг на друга, и вы можете спокойненько мочить врагов. Но помните, что если вас столкнут, вы можете потерять убер заряд и не успеть набрать его, и получается вам придется либо отступить, либо умереть, в зависимости от того, на кого поперли. Скажу еще о одном предназначении некоторых видов лечебных пушек. Обычно лечебная пушка, так как дает убер на иммун к урону, то есть вас невозможно будет уничтожить. Данная пушка применяется, как правило, при осадах или защите, когда на вас очень сильно прут враги. Если вам уже не хватает данного убера, то есть огневой мощи, скажем, вынести точку защиты врага, применяется, как правило, в
крит-крик, то, что он наносит криты, то есть медики с критами, это даешь солдатам, хэвикам, они выходят с угла и наносят большой урон по точке и сносят все, что на ней находится. Но помните, что иммуна у вас нету. Быстро прав используется для того, чтобы быстро лечить какое-то количество людей. То есть вы лечите именно группу людей, скажем, очень быстро. То есть одного, второго, третьего вы быстренько подлечили. Помните, что вы этими пушками можете не только лечить, но и тушить врагов. Когда вы начинаете лечение, тушение происходит быстро. Также помните, что медик не особо толстый класс, то есть лезть на рожон не надо, и надо следить за своей спиной, так как медики — это любимое лакомство спаев, так как спай невидим, он подходит со спины, режет и вас, и ваших пациентов. Особенно это обидно, когда вы накопили убер, и вас сливает спай, а потом хэвика там или солдера, которого вы лечите, то есть вся ваша атака идет к черту. Здесь план рушится, и приходится заново опять бегать, лечить кого-то, набирать Uber. И также помните, что лечение пушками происходит эффективно на тех персонажей, которые ранены, либо получают урон, в отличие от тех, которые имеют полное здоровье. То есть надо находить того, кто ранен, и тогда вы будете накапливать Uber заряд быстрее, что позволит вам почаще давать данный убер своим союзникам. Как сказал я раньше, что самым злейшим врагом у медика является спай, также являются снайперы и пироманы. Другие классы так непосредственно являются врагами, так как наносят непосредственный урон, скажем, демомен минирует площадь, если вы лезете, конечно, вы будете подорваны, солдер, если вы вылезли под ракету, хэвик дистанции вам особо урона не нанесет, так как пули разбросаны и не долетают. Скаут, конечно, если добежит до вас, но в принципе скаут такой хлипкий класс, что его можно уничтожить с помощью шприцемета, достаточно очень часто это происходит. Но пира плохо тем, что он вас поджигает, и вы теряете здоровье. Учитывая свое здоровье хлипкое, вам постоянно приходится бежать куда-нибудь, чтобы восстановить здоровье. Если вы горите, вы можете просто потерять убер, догорев даже после смерти пиромана. Снайпер чем опасен? Тем, что, выходя на открытое пространство, вы можете получить пулю в лоб и сразу потерять весь убер, и будет сорвана вся атака. Лучшими друзьями медика являются хэвики, солдеры, демы и пиры, так как данные классы являются очень толстенькими, так скажем, и наносят достаточно большой урон под критами. Вообще эффективные хэвики, а пиры выжигают игроков вообще на ура. Солдер с демоменами, критовыми бомбами, ракетами просто разносит пачки врагов тоже на ура. Главное найти грамотного игрока и начать его лечить. В принципе, убер-заряд неэффективно давать скаутам и содрам и инженерам. Спай, конечно, это экзотика, использовать убер-заряд на нем. То есть спай просто становится незаимым, а если он идет со спины вместе с медиком у врагов, то просто будет, если грамотный спай, гора трупов с одного удара в спину, прям друг за другом пачкой. Медик, как я говорил, не очень толстый класс, поэтому не нужно так рисковать. И не нужно обижаться, если вас слили, и что там вас никто не защитил, потому что народ, как правило, сейчас прет просто на пролом, не ценит медика как класс поддержки лечебной, но зато эффективно орет, медика зовет. Есть грамотные люди, которые простреливают спину, тылы, чтобы спалить спаев, либо других игроков, защищают медика. Хэвики выбрасывают бутерброды, чтобы медик подлечился. Помните, что ваша основная задача — это лечение, а не так брать шприцемет и идти в атаку, как делают некоторые медики, что в принципе не дает никакого эффекта, просто фраги насчитывают в противоположной команде, а вы ничего не получаете, вы только мрете и мрете. Ну, я думаю, в принципе, на этом все о классе медик. Если вам данное видео будет полезно, ставим лайки, подписываемся. Всем удачи и больше вылеченных больных.